нас это некий очень интересный опыт, потому что мы играем некую современную музыку, которая только что написана, но тем не менее автор не боится писать очень красиво, причем красиво вот в таком очень простом смысле этого слова, когда красота, она действительно красива, когда красота не по контрасту с чем-то отвратительным, как, например, или полистилистическая какая-то красота, а это просто очень красивая, очень высокодуховная, содержательная музыка, и очень приятно ее интерпретировать. Вот это еще одно, что я хотел бы сказать, что очень часто то, что мы называем современной академической музыкой, не нуждается в интерпретации. То есть, если ты сыграл все, сосчитал, и все совпало по вертикали, значит, это уже хорошо, и музыкальная конструкция считается построенной. Здесь же можно интерпретировать, можно играть так, можно играть сяк, и от этого музыка только выигрывает. Поэтому для нас это было очень интересно, ново и очень-очень приятно.